Обстрелы были настолько сильные, и рядом с нами все время падало. Выход из бункера, где вот первые ступенечки, там можно было хотя бы, потому что в бункере не хватало кислорода просто элементарно. И выйти хотя бы подышать вот свежим воздухом, да, кислородом, вот даже я этого боялась. Вот, как говорится, я боялась носа высунуть. Какая красивая улыбка у вас на лице. Два месяца темноты. Я еду с мужем в автобусе, говорю, Вася, это что, говорю, уже в туалет не надо будет ходить с фонариком. На кулечек, на ведерко с фонариком. Хорошо, все. Мы не видели солнца, мы боялись.